полностью открыть движение около подземного пешеходного перехода. На остановке памятник матросу Кошки планируют к 1 сентября. Соответствующая информация размещена в социальных сетях Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. По данным ведомства, подрядчик уже убрал временные бетонные ограждения в зоне производства работ, приступил к асфальтированию проезжей части и установке пешеходного ограждения. Внутри подземного перехода продолжается облицовка стен и потолка. Напомним, ремонт подземного пешеходного перехода на остановке памятник матросу Кошки начался 1 октября прошлого года. Согласно контракту, подрядчик должен восстановить несущие железобетонные конструкции, полностью переустроить входные группы, пол и стены тоннельной части с укладкой из натурального гранита. Переход будет обеспечен ливнеотводом, освещением, видеонаблюдением, а также лифтами для маломобильных групп граждан. Все работы по капремонту планируют завершить до ноября.